Урок номер 4. Маленький треугольник. Правая нога скользит по дуге изнутри наружу мимо левой стопы. По диагонали по левой стороне движется вперед на вершину треугольника. Возвращаем стопу по той же траектории в исходное положение. Ноги подсогнуты, руки и ноги работают синхронно. Ладонь передней руки расположена на уровне головы. Выполняем от 10 и более повторений на каждую сторону. Каждое перемещение, которое мы разбираем, имеет свое боевое применение.